Новый раунд переговоров между правительством и оппозицией Сирии стартует в Женеве 9 марта. Об этом сообщил спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Официально переговоры стартовали в конце января, но фактически так и не начались из-за предварительных условий со стороны оппозиции. Их планировали возобновить 25 февраля, потом 7 марта. За это время международной группе поддержки Сирии во главе с Россией и США удалось согласовать условия перемирия. Дату возобновления межсирийских переговоров снова перенесли для полного прекращения огня всеми сторонами. В ООН надеются, что их участники отнесутся к переговорному процессу со всей серьезностью, чтобы реализовать положение резолюции Совбеза ООН о мирном урегулировании сирийского конфликта.